Всем привет, дорогие друзья автомобилисты. Продолжение рубрики «Ответы на вопросы подписчиков». Очень интересный вопрос от подписчика канала Олег П. Это ник. Здравствуйте, Алексей. С благодарностью и уважением смотрю ваши советы и разъяснения по всяческим техническим автопроблемам. Все всегда лаконично и по существу. Спасибо вам за ваш труд. Друзья мои, огромное спасибо вам за теплые слова благодарности. Мне это очень сильно действительно помогает и стимулирует меня. У меня вопрос такой. По какой причине у Volkswagen Caddy 2005 года, машине 15 лет, при включении зажигания и до выключения с разной периодичностью на панели загораются индикаторы ABS и скользкая дорога? Машина обслуживается в автосервисе. Проверка на компьютере проблему не показывает. Мастер ничего определенно сказать не может. При ручном отключении клавиши ABS загорается скользкая дорога. Вроде нормально. Началось это с зимы и продолжается уже 3 месяца. Проблемы с электрикой компьютер бы определил. Тогда в чем может быть причина? Нужен ваш совет. Заранее спасибо. Друзья мои, давайте разбираться с этим интересным вопросом. Прежде всего, конечно же, электронные блоки управления имеют свойство самодиагностики. Допустим, блок управления ABS самодиагностирует систему на предмет ошибок постоянно. И если вдруг какие-то ошибки попадаются, то есть какой-то датчик дает сбой, то ошибка появляется, а потом эта ошибка стирается, так как последующая диагностика не выявляет этой ошибки. Обычно бывает это, когда загрязнены какие-то датчики. Допустим, датчик ABS загрязнен, или датчик скользкая дорога какой-то там загрязнен, или где-то контакты отходят. Такое бывает. Друзья мои, я, конечно же, прежде всего рекомендую вам проверить все провода, которые подходят к ABS, то есть самые подвижные. Когда снимаете колесо, вы увидите эти проводки, которые идут прямо на датчике ABS. Проверяйте их чистоту и целостность. То есть бывает такое, что они повреждены, бывают перетерты, всякое случается. Друзья мои, проверяйте это обязательно. Еще один момент, это фишки, соединения. Вот эти вот места, там, где подключаются всевозможные датчики. Друзья мои, проверяйте эти соединения, то есть целостность проводки и соединение подключения этих датчиков. Обычно, когда плохое подключение, вот, допустим, где-то плохой контакт, у вас загорается ошибка, потом у вас контакт восстанавливается, самодиагностика определяет, что контакт на месте, все в порядке, ошибка эта стирается. То есть лампочка на приборной панели гаснет. И это с постоянной периодичностью повторяется. Можно еще также диагностировать, если, допустим, кто-то включит зажигание, а другой человек будет эти провода шевелить, все эти фишки шевелить. И вот если в какой-то момент, допустим, загорелась лампочка, то можно будет определить, что какой-то датчик или проводка к датчику действительно барахлит. Ну и обязательно, опять же, вернемся к первому, то есть датчики должны быть чистыми. Это самое основное. Те люди, которые занимаются ремонтами, они обязаны это знать. И датчики скользкой дороги тоже по-своему должны указывать. Тоже проводка на эти датчики также должна быть целая. Друзья мои, внимательно прослеживайте все соединения. И все будет в порядке. Если вы обнаружите что-то, произолировали, зачистили, в общем, почистили, сложили все, включили на место, и все в порядке, все будет у вас работать, как и прежде. У многих Volkswagen есть такая проблема, вот именно с проводкой. Друзья мои, проверяйте. Кстати, не только у Volkswagen, и Mercedes, и некоторые грузовые, допустим, там Vito, Viano страдают. Там вообще за фишку взялся, она рассыпалась в руках. Ну вот качество настолько сильно низко пало, что даже несопоставимо. На некоторых даже ВАЗах старых намного лучше, чем на этих вроде как Мерседесах или, допустим, Фольксвагенах. Так что, друзья мои, вот я вам подсказал, куда копать. Надеюсь, я достаточно понятно вам все объяснил. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал. Не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Задавайте вопросы в комментариях и оставайтесь здоровыми. Всем пока!